This conference will now be recorded. Уважаемые слушатели, всем добрый вечер еще раз. Кто-то вот только подключился. Так, у нас 18:30, в принципе, можем начинать наш семинар. Вы сейчас на экране видите следующий слайд, на котором написано, что материал к сегодняшнему семинару на данный момент времени расположен в личном кабинете. Я думаю, кто-то из вас уже попробовал достать. Буду признательна за обратную связь, если у кого-то получилось. Напишите, пожалуйста, у кого получилось скачать эти файлы или хотя бы посмотрели, да, действительно это все есть. А я пока расскажу вкратце, что вы найдете в личном кабинете. Значит, на данный момент есть презентация в формате PDF к семинару. То, что вы все на этой семинаре, все, что мы с вами сегодня будем проходить, там вот как раз-таки в этой презентации вся эта теория будет описана. Также есть в формате Excel файл, который называется «Практикум ЕВА пустой». Он не заполненный, это некая проформа. Оба файла есть, Алексей, спасибо большое. Вот. Если вы хотите в параллель со мной заполнять этот файл, то вам сейчас, конечно, нужно из личного кабинета его распаковать, достать, да, и положить себе на рабочий стол. Через примерно где-то час на полтора часа после завершения семинара в личном кабинете также появится файл «Практикум ЕВА не пустой, а ЕВА заполненный». То есть это корректно заполненный мною файл, я его кладу в личный кабинет, и вы также можете его себе забрать. Вот. Помимо той информации, которую мы рассмотрим на семинаре, он еще кое-чем полезен, но об этом я скажу вам чуть-чуть попозже. А если вдруг вы заходите в личный кабинет, и как вам кажется, он пустой, там нет никаких файлов, это означает лишь одно, что личный кабинет у вас не активирован. Нужно обратиться будет за поддержкой в администрацию, да, учебного комплекса специалист, учебного комплекса любого нашего учебного центра, и наши сотрудники с удовольствием вам помогут. Меня зовут Цыба Елена Владимировна. Я преподаватель курсов по финансам и по экономике в учебном центре специалист. Также я практикующий экономист-финансист. Ну вот информацию обо мне более подробную вы можете получить из данного слайда. Также вопросы, если какие-то есть, задавайте, буду очень даже рада на них ответить. Тема сегодняшнего семинара относится, имеет отношение к курсу «Анализ финансового состояния предприятия». Мы его очень просто называем «Финансовый анализ». И в рамках
темы семинара мы сегодня с вами посмотрим показатель экономической добавленной стоимости, ЕВА сокращенно, в чем заключается его смысл, как его посчитать. И также у нас, как я уже отметила, будет практическое занятие небольшое. Мы по некой финансовой модели рассчитаем показатель ЕВА двумя способами. И после расчета я вернусь в презентацию и дам вам некую информацию по поводу курса «Финансовый анализ». И также передам слово сотруднику нашего учебного центра, и также она вам некую информацию организационную будет рада сообщить по поводу курса «Анализ финансового состояния предприятия». Что же за показатель такой ЕВА, экономическая добавленная стоимость? Вот давайте мы сейчас с вами формулы рассмотрим на слайдах, потом по ним будем делать расчеты, и если эти формулы вам не знакомы, то тогда советую что сделать. Либо законспектировать вкратце алгоритм расчета, либо можно сфотографировать несколько слайдов. Экономическая добавленная стоимость. Что показывает? Показывает некий чистый экономический эффект от ведения бизнеса. Ну, когда мы слышим экономический эффект, сразу первое, что приходит в голову, наверное, это чистая прибыль, да, какой-то конечный финансовый результат. А здесь мы видим чистый экономический эффект. То есть как бы прибыль, да, то, что компания заработала за определенный период времени, благодаря той деятельности, ради которой она создана и существует. Но вот этот финансовый результат, он чистый, он очищенный от чего-то. Так от чего же он очищен? Он очищен от некоторых затрат. Каких затрат? Затрат на обслуживание капитала. Какой капитал у компании? Мы знаем, может быть собственный. Это реинвестированная прибыль. Также это уставный капитал, да, который там складывается. Или чисто юридическая сумма, или, допустим, акционерный капитал, который складывается из номинальной стоимости акций. И также заемный капитал. Заемный на долгосрочной основе, на краткосрочной основе, текущие обязательства в виде кредиторской задолженности. Вот все эти компоненты, они образуют капитал. Капитал является источником формирования всех активов компании. И если бы капитал был бесплатен абсолютно, да, это было бы очень хорошо, но вы это не так. За капитал компания расплачивается. За заемный капитал расплачивается процентами банку, за собственный капитал расплачивается дивидендами акционерам. Кредиторская же задолженность считается самым дешевым, практически бесплатным компонентом капитала и так далее. Таким образом, если у компании есть капитал, есть капитализированная стоимость, то, соответственно, есть затраты на обслуживание этого капитала. И вот если мы из финансового результата, полученного за период, вычитаем затраты на обслуживание капитала, мы как раз-таки и получаем с вами экономическую добавленную стоимость, показатель ЕВА. А считается, что этот показатель, он, ну, как бы так, более совершенный по сравнению с тем же показателем чистой прибыли. Потому что чистая прибыль, да, нам не показывает эффект очищенный. Очищенный от затрат на обслуживание всего капитала. Марина, здравствуйте. И теперь давайте посмотрим формулу, как показатель ЕВА рассчитывается. Мы берем чистый. Прошу прощения, не чистый, мы берем финансовый результат, прибыль, некую прибыль на пад. Сейчас расскажу, что это такое. И из прибыли на пад вычитаем затраты на обслуживание инвестированного или вложенного в бизнес, в какой-то проект капитала. Значит, что такое прибыль на пад? Это посленалоговая прибыль, after tax, то есть прибыль после налога. Без учета начисленных процентов по кредитам и займам. То есть представим, что если бы в компании заемного капитала не было, то, соответственно, не было бы и процентов. И какая тогда получилась бы чистая прибыль?
И не будем забывать про то, что проценты, начисленные по кредитам и займам, они еще также уменьшают и базу по налогу на прибыль. И вот нам неким образом нужно чистую прибыль с вами превратить в прибыль на пад. Это прибыль, которая была бы у компании, еще раз повторюсь, если бы не было никаких процентных обязательств. И далее из прибыли на пад мы вычитаем затраты на обслуживание инвестированного капитала, которые рассчитываем как средневзвешенную стоимость капитала в процентах ВАК, умноженную на, собственно, стоимость инвестированного капитала. Как посчитать средневзвешенную стоимость капитала? Ну, как я уже сказала, что капитал и собственный, и заемный платный, но заемный и собственный капитал в структуре имеют разный удельный вес. Если у компании большие проценты по кредитам, высокие, ну, скажем, там 25% годовых, но, тем не менее, заемного капитала по удельному весу в структуре капитала очень-очень мало, то тогда процентная нагрузка, она будет незначительна, как бы, да, они вот размажутся в общей сумме, эти проценты. А если обратная ситуация, и большой процент, и также по структуре удельный вес заемного капитала достаточно высокий. И вот тогда, взвесив затраты на заемный капитал, с учетом веса заемного капитала, мы получим достаточно существенную величину. Поэтому нам здесь нужна не просто стоимость капитала, а средневзвешенная стоимость с учетом весовых компонентов, элементов капитала. То есть какой удельный вес заемного капитала в структуре и какой удельный вес собственного капитала в структуре. Это тоже важно. Последнее, что мы видим на слайде. SE. Capital Employed. Совокупный инвестированный или вложенный капитал. Ну, как правило, считается, что мы должны взять по балансу собственный капитал и заемный капитал. Но опять же здесь возникает вопрос, а заемный капитал какой брать в таком случае? Целевой мы берем займ долгосрочно или, допустим, мы берем заемный капитал вообще весь с учетом кредиторской задолженности. И вот здесь есть варианты. Показатель ЕВА можно считать и таким, и так, и таким образом, и другим образом, то есть как мы считаем с вами нужным. В зависимости там, от задачи определенной, у нас будет вот кейс разбираться, и мы будем с вами брать, в принципе, весь капитал, то есть всю валюту баланса компании. Если же, допустим, ЕВА считается по какому-то инвестиционному проекту, то тогда нет смысла брать весь капитал. Необходимо брать долгосрочный заемный, может быть, какую-то часть краткосрочного заемного и, может быть, какую-то часть реинвестированной прибыли. То есть здесь уже по смыслу нужно анализировать, думать, смотреть, что мы принимаем за инвестированный, вложенный в бизнес капитал в каждом определенном случае. И вот если мы элемент SE, инвестированный капитал, умножаем на средневзвешенную стоимость на ВОК, мы получаем затраты на обслуживание, вычитая их из прибыли, которая была бы, если не было бы процентов на пад, мы получаем чистый экономический эффект, ЕВА, экономическую добавленную стоимость. Так, идем дальше. Теперь давайте посмотрим, как можно посчитать ВОК. Здесь достаточно простая приводится формула расчета. Нам нужны, во-первых, удельные веса каждого компонента капитала, и также нам нужны цены каждого компонента капитала. А что можно принять за цену заемного капитала? Но если мы возьмем затраты на привлечение и обслуживание заемных средств, то есть, допустим, начисленные проценты по кредитам и займам, какие-то еще расходы, связанные с привлечением кредита, допустим, с подготовкой отчетности для банка, и все это поделим на сумму заимствований, мы как раз-таки и выйдем на цену заемного капитала. Цену заемного капитала необходимо умножить на долю
заемного капитала в общей сумме SE, в общей сумме инвестированного капитала, то есть как бы взвесить. И далее применяем налоговый корректор. Цену заемного капитала взвесили на удельный вес данного компонента и умножаем на единицу минус ставка налога на прибыль. А вот здесь я задам вам вопрос, и, может быть, кто-то из вас ответит, буду очень признательна. Как вы думаете, почему в данном случае к цене заемного капитала, только к заемного? Если мы дальше на формулу посмотрим про собственный капитал, мы этот налоговый корректор там не увидим. А вот почему здесь мы применяем налоговый корректор? Как вы считаете, какая-то целесообразность этому уже должна быть? Какое-то экономическое обоснование? Подожду чуть-чуть. Может быть, кто-то знает или, допустим, не знаете, но догадываетесь. Напишите, пожалуйста, в чат. То есть мы взяли затраты на обслуживание заемного капитала, ну, грубо говоря, там проценты, в процентах годовых, умножили на удельный вес кредитов и займов во всей валюте баланса и далее умножаем на коэффициент 0,8, если ставка налога на прибыль 20%. Умножая на коэффициент 0,8, мы их неким образом уменьшаем, да, цену заемного капитала уменьшили, эти проценты уменьшили. Свести расчеты к единой базе очень витиевато, Максим. А к какой единой базе? Проценты по займам снижают налог на прибыль. Абсолютно верно. Мы налоговый корректор здесь применяем по той простой причине, что вроде бы мы как говорим про стоимость капитала, да? Во что нам капитал обходится? Чем меньше эта стоимость, тем для нас лучше. Но если мы вспомним о том, что проценты входят в расход по налогу на прибыль, то тогда будет справедливо цену заемного капитала чуть-чуть уменьшить. Уменьшить с учетом ставки налога на прибыль. Вот поэтому мы применяем налоговый корректор. Да, да, и Алексей правильно написал. А вот дальше мы уже хотим посмотреть на стоимость собственного капитала. Аналогично здесь рассуждаем, но налогового корректора нету, естественно. Цену собственного капитала умножаем на удельный вес данного компонента капитала, да, в общей его сумме. Цену собственного капитала очень просто можно посчитать как дивиденды, деленные на сумму собственного капитала, на четвертый раздел баланса. А в четвертом разделе баланса у нас есть уставный капитал, есть нераспределенная прибыль. Или можем подойти более так вдумчиво к этому делу и взять только лишь уставный капитал и только лишь нераспределенную прибыль, да, не брать все остальные статьи четвертого раздела. Резервный капитал, добавочный и так далее. А может быть, наоборот, нужно их взять. То есть нужно проанализировать, из чего они состоят. Вот, если мы так будем с вами как бы считать общими мазками, что называется, то возьмем четвертый раздел баланса, это собственный капитал, и дивиденды поделим на четвертый раздел баланса. Получим цену собственного капитала. Взвешенную цену заемного и также скорректированную на налоговый корректор учли, взяли. Далее прибавили взвешенную цену собственного капитала и получили показатель ВАК. Средневзвешенная стоимость всего капитала. То есть в среднем во сколько компания обходится капитал. Второй вариант расчета показателя. Если у вас есть вопросы по первому, пожалуйста, задавайте. Я, наверное, с вашего позволения еще раз вернусь на ту формулу, от которой мы оттолкнулись с вами. Вот она. И еще раз давайте на нее посмотрим.
средневзвешенную стоимость капитала, умножили на стоимость капитала, да, поняли затраты на обслуживание и вычли эти затраты из финансового результата, из прибыли на ПАТ. Получили ЕВА. Если вопросов нет, и по теории здесь все относительно более-менее понятно, тогда давайте посмотрим вторую формулу расчета. По первой и по второй формуле мы с вами посчитать должны показатель ЕВА, и результат у нас сойдется, что по первому, что по второму методу расчета. А вот второй метод расчета, когда ЕВА можно определить как капитал SE умножить на некий спред. Спред – это то, что вы видите сейчас в скобках. А вот если я про этот спред начну рассказывать, то это доходность инвестированного капитала, ну, рентабельность капитала, грубо говоря, минус нам знакомая средневзвешенная стоимость капитала, минус ВОК. Что такое ROIC? Ну, чуть-чуть похож показатель на ROI, согласитесь, да? А если мы с вами берем капитал весь по валюте баланса, то, в принципе, этот ROIC у нас и превратится в ROI. Если же мы за капитал принимаем только долгосрочные пассивы, собственный плюс долгосрочный заемный капитал, то тогда это классический показатель ROIC, Return of Invested Capital. То есть разница между этими показателями ROIC, ROI, она невелика. А суть показателя – рентабельность или доходность, рентабельность группы доходности, точнее сказать. Сколько рублей прибыли приносит один капитализированный рубль, один рубль капитала, инвестированного, вложенного, имеющегося, как угодно можно рассуждать. На ПАТ поделить на стоимость капитала, и получается – сколько, допустим, рублей, или можно еще рассуждать как копеек, сколько копеек прибыли на ПАТ приносит 1 рубль, капитализированный в бизнес. Если из рентабельности вложенного капитала вычесть затраты на обслуживание капитала, да, мы тогда получим опять-таки некую очищенную или чистую рентабельность, или чистую доходность, как угодно можно называть. Называют спред. И вот если мы этот спред в процентах умножаем на капитал на SE, мы также выходим с вами на показатель EVA. И числовой показатель, который мы рассчитали, еще раз повторюсь, будет абсолютно такой же, как и тот, который мы рассчитаем по первой формуле. А чем ценен вот этот механизм расчета? Показатель ROIC можно проанализировать пофакторно, применяя зависимость от DuPont. И вот на данном слайде, на таком голубом фоне, мы как раз-таки и видим длинную-длинную формулу-раскладку показателя ROIC. Вроде бы как ROIC равен на ПАТ поделить на капитал, а дальше равно, и его значение мы можем представить чуть-чуть по-другому, через другие финансовые показатели. Показатель ROA умножить на плечо финансового рычага. Если кто знает, что такое показатель ROA, можете в чат написать. А далее мы этот показатель ROA также можем разложить еще на два показателя. Я сейчас мышкой вам показываю, заодно подсказываю. Может быть, догадаетесь, что такое показатель ROA. А плечо финансового рычага – это показатель, характеризующий, во сколько раз валюта баланса больше нашего показателя SE. Ну, если мы за SE принимаем, собственно, не весь капитал, может быть, долгосрочные пассивы. Вот. Если же мы принимаем за SE, ну, саму валюту баланса, да, тогда у нас плечо финансового рычага будет равно единичке. Доходность активов абсолютно верна. То есть мы хотим посмотреть доходность капитала через доходность активов. А вот как наши активы участвуют в увеличении доходности капитала, да? Какое их участие, какая их заслуга? ROA, return on assets,
Доходность активов. Сколько, ну, если будем интерпретировать, сколько копеек прибыли приносит рубль, вложенный в активы. Показатель ROA можно проанализировать пофакторно через два основных финансовых показателя. И вот сюда, если мы вниз спускаемся, то видим, что первый показатель это ROS, Return of Sales, рентабельность продаж, прибыль к выручке, прибыль зеленая на выручку. И второй показатель это оборачиваемость активов, интенсивность использования активов, количество оборотов в год. То есть как быстро все у нас происходит в компании, да, все наши операционные, производственные циклы и так далее. Чем больше оборачиваемость активов и чем больше рентабельность продаж, тем больше будет рентабельность активов компании. Рентабельность активов умножим на плечо финансового рычага и получим доходность инвестированного вложенного капитала. Зачем нам здесь плечо финансового рычага? Еще раз скажу, что если SE, инвестированный капитал, мы принимаем с вами не за величину всего капитала, а за некую другую величину. Например, собственный капитал плюс долгосрочные обязательства. То, несомненно, валюта баланса у нас будет больше, то есть числитель показателя будет больше, чем знаменатель показателя. И плечо финансового рычага в данном случае будет выступать как некий усилитель, мультипликатор. Усилитель чего? Усилителя рентабельности активов. Чем больше плечо финансового рычага, тем выше будет доходность инвестированного капитала. А в каком случае плечо финансового рычага будет выше? Как вы считаете? В том случае, если валюта баланса у нас будет достаточно высокая по сравнению с инвестированным капиталом. В каких случаях так происходит? Когда мы привлекаем заемный капитал, да, а заемный капитал работает на собственный. И за счет того, что мы привлекаем больше заемного капитала, мы больше получаем капитала в принципе. Мы больше зарабатываем прибыли, больше реинвестируем этой прибыли в бизнес. Вот в таком случае у нас плечо финансового рычага будет выше и будет усиливать действие рентабельности активов. Станислав, да, запись идет, конечно. Так. Ну вот мы с вами рассмотрели основные, есть еще разные интерпретации расчета этого показателя. Мы рассмотрели основные. Давайте скажу, в каких случаях целесообразно ЕВА рассчитывать, как его и где применяют, и мы, в общем-то, перейдем с вами к практической части. Можно ЕВА устанавливать как некий целевой стратегический показатель в определенных случаях, если, например, грядут какие-то инвестиционные вложения достаточно весомые в компании. Можно устанавливать или, скажем так, вшивать этот показатель в систему ключевых показателей эффективности KPI для руководителей дивизиона. Можно этот показатель использовать в целях принятия решений по дивидендной политике. Ну, как вы по формуле помните, да, что от величины дивидендов, в общем-то, зависит и средневзвешенная стоимость капитала, и, соответственно, этот показатель, экономическая добавленная стоимость. Поэтому можно дивидендную политику тоже основывать на расчете этого показателя неким образом. Как еще мы можем использовать? Для анализа рыночной привлекательности. Ну, там, конечно, расчет более другой будет, не такой простой, как у нас, замысловатый. Но, тем не менее, для комплексной оценки результатов деятельности компании, когда мы анализируем, оцениваем, описываем несколько показателей, можно также и ЕВА туда же приурочить. Для оценки эффективности использования капитала, то есть вот насколько эффективно мы свой капитал используем, можно ведь привлекать заемный капитал и за счет этого увеличивать рентабельность собственного, да? А можно не привлекать заемный капитал и не увеличивать рентабельность собственного, но зато и не рисковать ничем. Вот, поэтому
оценивать эффективность использования капитала можно в том числе и с помощью данного показателя. При сравнении предприятий или бизнес-направлений одной компании при принятии решений об инвестировании средств в то бизнес-направление, либо в иное, и как показатель обоснования целесообразности привлечения дополнительного заемного капитала. Как самостоятельный показатель обоснования целесообразности, вот его навряд ли можно использовать, а в комплексе, да, с другими какими-то расчетами, обоснованиями, почему бы и нет, можно использовать вполне. Так, сейчас я перейду на демонстрацию рабочего экрана своего. Если кто-то из вас скачал данный файл из личного кабинета и собирается в параллель со мной производить расчеты, заполнять данный файл, напишите, пожалуйста, в чат. Ну, просто плюсик можно поставить, чтобы я знала, что есть такие слушатели, чтобы я на вас ориентировалась. Угу. Обязательно, да, дает одинаковый вариант. Мы сейчас посчитаем с вами, Анна, двумя способами. И так, и выйдем на одно и то же. Да, дает одинаковый вариант, это точно. Ну, давайте я вам покажу, что у меня здесь есть достаточно такой большой информативный файл, хоть и на одном листе. А, некий кейс, так скажем. Описывается определенная ситуация в компании. Заключается она в том, что помимо какой-то операционной текущей деятельности, которую осуществляет эта компания, а именно это медицинский центр широкого профиля, идет речь о том, чтобы на рынок выйти с некой инновационной методикой. А для того, чтобы эту инновационную методику внедрить, начать продавать, нужны необходимые определенные инвестиционные вложения. По времени разработка этой методики занимает, ну, всего-то 12 месяцев. То есть, привлекая долгосрочный кредит, осуществляя инвестиционные вложения, через 12 месяцев на рынок выходим с новым продуктом и начинаем, в общем-то, здесь у нас период расчетов 5 лет, в течение каждого из 5 лет зарабатывать прибыль, генерировать ее в больших размерах, нежели было до этого. Ну и также маржинальность деятельности здесь увеличивается благодаря тому, что маржинальность новой услуги сама по себе составляет, ну, она сама по себе больше, да, чем маржинальность всех услуг прежних. Понятно почему. Потому что это некая методика такая инновационная, да, как ноу-хау. То есть мы ожидаем, что через 5 лет взятый кредит полностью погасим. Ну и хотелось бы, так как мы будем привлекать, обслуживать кредит, да, получить экономическую добавленную стоимость. В каком-то размере не скажу. Мы просто посмотрим, что да, мы ее получаем вот в определенном размере, хорошо, замечательно. Но могли бы установить как целевой показатель в определенном размере задать целевой ЕВА, да, и вот этот проект просчитать, посмотреть, а соответствует ли или не соответствует. Можно было бы и так сделать. У нас здесь целевого не будет. А я вам вначале сказала, что этот файл, он может для вас некую ценность иметь, помимо темы сегодняшней. Скажу, какую. Здесь три формы отчетности управленческой. Они прогнозные. Прогнозный баланс или отчет о финансовой позиции, прогнозный отчет о финансовых результатах, то есть прогнозный P&L, и прогнозный кэшфлоу, прогнозный отчет о движении денежных средств. Есть нулевой период. Нулевой период, скажем, это факт. Это то, что уже было в прошлом. Это фактические данные, собранные за какой-то год, ну пусть там за 20-й, за 19-й, не имеет значения.
по данным фактическим, по данным управленческой отчетности, мы здесь имеем баланс отчета о прибылях и убытках и кэшфло за нулевой период. И я сейчас вот это помечаю мышкой. То есть за нулевой период цифры стоят, это факт, примите как данность. Кое-где показатели рассчитываются, формулы есть, а где-то исходные данные. Нулевой период – это исходник, это факт. А вот дальше то, что пошло на первый год, второй, третий, четвертый, пятый год – это прогноз. На основании данных, которые описываются выше. Для того, чтобы спрогнозировать отчетность по всем трем основным формам на предстоящие 5 лет, мы используем вот эти исходные данные. И, соответственно, если вам эта тема интересна неким образом, да, как можно, имея факт за один год, спрогнозировать отчетность на последующие годы, имея какой-то исходник, да, какие-то исходные данные, естественно, то вы можете этот файл взять за основу. Здесь все прописано, все зашито формулами. Вы можете посмотреть, как образуются те или иные показатели. Как мы превращаем, допустим, экстраполированную там, на предстоящие 5 лет выручку и себестоимость в денежные потоки. Как потом формируются показатели баланса, и при этом баланс сходится по активной и по пассивной части. То есть какие-то способы прогнозирования, чаще всего применяемые на практике, в этом файле зашиты. Если вам это нужно, вы можете этот файл из личного кабинета, допустим, потом скачать и использовать. Мы же с вами эту финансовую модель, буду ее называть, будем применять уже готовую, вот она как есть. Здесь все посчитано, видим, что по балансу валюта увеличивается. Видим, что чистая прибыль увеличивается достаточно так хорошо. Распределение прибыли есть как 30% от чистой прибыли по дивидендной политике. А по прогнозному отчету о движении денежных средств мы видим денежные потоки в разрезе там, текущей инвестиционной и финансовой деятельности. Мы эти формы с вами берем и по ним рассчитываем ЕВА каждый из 5 лет, с 1 по 5 год. И вот здесь я буду рассчитывать не спеша, буду вам задавать вопросы, вы будете смотреть на экран, да, как минимум, ну и, наверное, мне подсказывать, где мы что берем хотя бы. Так, нам с вами нужно, как я уже сказала, деятельность компании осуществляет обычную, и плюс еще к обычной деятельности мы докладываем здесь деятельность от этого инвестпроекта. А денежные потоки уже через 12 месяцев начнут поступать, потому что продажи новой услуги начнутся через 12 месяцев. Поэтому у нас здесь все в совокупности. И деятельность, которая была до проекта обычная, да, и деятельность по проекту. И, соответственно, затраты на обслуживание капитала мы будем считать от суммы всего капитала. Мы не будем разделять капитал на там, используемый как инвестиционный для этого проекта или да, там, капитал, который у нас для прочей деятельности используется. Это очень сложно сделать. Мы будем брать вообще весь капитал. Весь капитал за каждый год. Здесь у нас компоненты капитала пошли. Собственный, долгосрочный, заемный, краткосрочный, заемный и кредиторскую задолженность я ее тоже выделяю. И, соответственно, всего капитал. Вот, собственный капитал. Ставлю равно, поднимаюсь в баланс. Посмотрите, пожалуйста, и напишите, какие статьи мы будем по балансу сейчас суммировать, брать в расчет для того, чтобы нам посчитать величину собственного капитала. Какие статьи мы должны сейчас с вами просуммировать? Речь у нас про собственный капитал за первый год, а у нас здесь остатки в балансе, начало первого года, конец первого года, мы будем брать среднебалансовое, среднегодовое значение. Но вот вопрос, по каким статьям, какие статьи нам принять за собственный капитал? Да, уставный капитал плюс нераспределенная прибыль.
Значит, мы возьмем вот эту колонку H на начало первого года, но здесь написано на конец нулевого года, да, но тем не менее мы понимаем, что это на начало первого года. Уставный капитал плюс нераспределенная прибыль, абсолютно верно. И также берем значение по этим же статьям на конец первого года, колонка I, и усредним, получим среднеарифметическую, среднюю выведем за год, среднебалансовую. Почему? Потому что прибыль на ПАТ, она у нас за год. И вот чтобы нам не думать голову, не думать, не ломать голову на начало года, на конец года брать, потому что ситуация могла меняться, мы возьмем среднюю по балансу. Поделили на 2. Вот у нас величина среднебалансовая собственного капитала за первый год. Протяну это все до 5-го. Долгосрочный заемный капитал, он у нас в балансе есть. Долгосрочные заемные средства, 27-я строка. На начало первого года ничего нет, а вот на конец уже есть 3 миллиона 700. То есть где-то под конец года, скорее всего, компания получает целевой кредит. Также усредним, получим среднюю за год величину долгосрочного заемного капитала, протянем. Краткосрочный заемный капитал. Есть краткосрочные кредиты и займы, которые необходимы для того, чтобы нивелировать кассовые разрывы по текущей деятельности. Первые там годы, первый во второй, потом компания от него откажется, от краткосрочного кредита. Но на начало первого года и на конец первого года краткосрочные заемные средства в балансе присутствуют. Так. И кредиторская задолженность. Тоже источник возникновения активов. Притом самый бесплатный, что называется, самый дешевый. Кредиторскую задолженность мы отдельно тоже здесь посчитаем. Она у нас представлена двумя статьями. Торговая кредиторская задолженность, и есть еще расчеты с учредителями. Я думаю, мы это можем сложить. И то, в принципе, это бесплатно для компании относительно. Поэтому сложим торговую и расчеты с учредителями. Вот. Ну, а больше кредиторской задолженности никакой не представлено. И теперь подведу итог всего капитала. Мы его разложили по элементам. Ну, естественно же, он у нас сойтись должен с валютой баланса, да, рассчитанной опять-таки в среднем за год. Компоненты капитала мы сюда вывели. Теперь давайте выведем дивиденды и проценты по кредитам. Значит, дивиденды. За первый год, скажите, пожалуйста, где мы можем взять, какая строка, какой отчет, да, может быть, уже нашли, увидели, прям пишите в таком случае адрес ячейки, то, что на экране видите. Если не видно на экране, тогда какие-то, может быть, еще есть соображения, где, в принципе, можно взять сумму дивидендов начисленных, в какой форме отчетности, хотя бы сориентируемся, да, в какую форму нам идти с вами. Строка 30, так, строка 30, а что у нас по 30-й? Расчеты с учредителями, расчеты с учредителями – это долг. Дивиденды мы начисляем, а выплачиваем в следующем месяце, да, поэтому на начало и на конец месяца у нас всегда есть задолженность перед учредителями. А нам нужно по начислению, сколько дивидендов за месяц начислено, распределение прибыли, да. Это 54-я строка. После чистой прибыли, вот
В описании, если мы в описание поднимемся, почитаем, сказано, что по дивидендной политике 30% от чистой прибыли всегда собственники хотят получать. И поэтому вот эта 54-я строка – это не что иное, как 30% от чистой прибыли. Так. Проценты по долгосрочному кредиту. Вот теперь нам нужно с вами вывести проценты, неуплаченные, опять же, начисленные, да, потому что уплата может быть в следующем месяце, это не суть важно. Начисленные проценты по долгосрочному кредиту и также потом по краткосрочному кредиту. И раз они не уплачены, а начислены, то опять нам нужна с вами форма отчета о прибылях и убытках или о финансовых результатах. За первый год проценты к уплате по долгосрочным кредитам, вот мы их видим, 259, 50-я строчка. И проценты к уплате по краткосрочным кредитам, они там были выше. Угу, вот они. За только лишь первый и второй год. Далее краткосрочного кредита уже не будет. Цена собственного капитала. Цена долгосрочного заемного, краткосрочного заемного и кредиторской задолженности. Ну и вот здесь все очень просто. Дивиденды делим на собственный капитал. 2%. Далее во второй год 4%, в третий год 5%. И больше, четвертый, еще больше, пятый год. Цена долгосрочного заемного капитала, проценты по долгосрочному кредиту делим на долгосрочный заемный капитал. И так, протягиваю. И цена краткосрочного заемного капитала аналогично. Проценты по краткосрочным кредитам делим на краткосрочный заемный капитал. Третьего года можно обнулить, у нас ничего не будет. И цена кредиторской задолженности, она просто нулевая. Возможно, мы из-за там долгих сроков расчет с поставщиками теряем скидки или какие-то у нас пени могут быть, да, но мы этим пренебрегаем. Прогнозирование, естественно, в анализе. Теперь мы посчитаем удельные веса, долю собственного капитала, долю компонента в общей сумме капитала. Так. Также долю заемного капитала. Ну и, в общем-то, я думаю, чтобы нам побыстрее, я это все чуть-чуть оптимизирую сейчас. Так. Угу. То есть, что мы сделали? Мы посчитали удельный вес каждого компонента к итогу. А вот дальше можно уже посчитать средневзвешенную стоимость капитала. ВАК. Она у нас складывается из взвешенной цены собственного капитала. То есть, мы берем цену собственного капитала 2%, умножаем на долю, на удельный вес собственного капитала, да? Дальше прибавляем взвешенную цену долгосрочного заемного капитала 14%, также умножаем на удельный вес, не забываем про налоговый корректор, умножить на скобку, скобки 1 минус ставка налога на прибыль. Ставка налога на прибыль у нас не 20%,
а чуть-чуть побольше, она выведена вот здесь за полем, 21%. Вот мы видим, поэтому я на нее сошлюсь и с клавишей F4 вот так. Плюс следующий компонент. Цена краткосрочного кредита 21% умножаем опять-таки на удельный вес краткосрочного кредита и умножаем на тоже налоговый корректор. 1 минус ставка налога на прибыль. И остается у нас последний компонент, это кредиторская задолженность плюс цена 0. Ну, чтобы формула была полной, мы, в общем-то, это возьмем тоже в расчет. Умножить на удельный вес. И вот только два компонента, заемный капитал, кредиты и займы, краткосрочные, долгосрочные, да, у нас корректируются с учетом налога на прибыль. Итого в среднем мы получаем ВАК, средневзвешенную стоимость капитала 4%. Ну, так вот, если мы пройдемся с вами по процентам, которые рассчитали выше, что у нас получается? Что дивиденды – это 2% от нераспределенной прибыли, в основном там же нераспределенная прибыль. Долгосрочный кредит у нас 14% по условию, так и есть. Краткосрочный – 21%, кредиторская по нулям. Ну, а вот в среднем, с учетом еще и структуры капитала, ВАК получился 4%. Протянули. Второй, третий год выше стоимость капитала. 5%. А четвертый, пятый опять 4% сохраняется, так же, как и было. Далее. Далее нам нужно посчитать финансовый результат, который был бы, если бы в компании не было никаких договоров по кредитам и займам. Напад. Прибыль напад. Почему мы именно прибыль напад берем, а не чистую прибыль? Да, очень простой ответ на этот вопрос, чтобы нам кредитную нагрузку не задвоить. Да, потому что мы стоимость кредитов, займов уже учитываем при расчете ВАК. Так зачем же мы еще будем и в финансовом результате опять-таки эти проценты учитывать и финансовый результат уменьшать на их сумму? Значит, это чистая прибыль, которая была бы, если бы не было процентов по кредитам и займам. Равно. Иду в отчет о прибылях и убытках. И задача посчитать напад. А вот здесь вы мне тоже должны помочь. Посмотрите, пожалуйста, на показатели. Нас интересует столбец H, первый год, да? Как нам выйти? Можно по строчкам расписать алгоритм расчета. Как нам выйти на прибыль напад, как вы думаете? Можно прям числа писать, какие вы видите в первый год. Наша задача – чистую прибыль, чисто это после налоговая прибыль, превратить в прибыль напад. Такую прибыль, которая была бы, если бы не было процентов уплате по кредитам. Подожду чуть-чуть. Подумайте, пожалуйста, как нам посчитать прибыль напад. Могу подсказать. Наверное, мы чистую прибыль должны неким образом увеличить, да? Она была бы больше, согласны, если бы не было никаких обязательств финансовых, процентных, то чистая прибыль была бы больше. Значит, мы ее должны увеличить на что? А, нет, 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 не дивиденды. Смотрите, напад – это чистая прибыль, которая была бы у компании, если не было бы никаких обязательств финансовых по кредитам, на проценты по кредитам. Да, но не все так просто, ведь проценты по кредитам у нас сейчас участвуют в формировании налога на прибыль. И мы если здесь вот формулу посмотрим,
то прибыль до налогообложения рассчитывается с учетом как раз-таки этих процентов. А потом налог на прибыль рассчитывается уже как 20, тоже он 21, а вот 21% он у нас справа, да, рассчитывается от прибыли до налога. Поэтому если мы сейчас с вами возьмем чистую прибыль 213 и к ней обратным ходом прибавим проценты по 49 и по 50, мы неким образом показатель наш исказим. Если бы у нас не было бы этих процентов, тогда что у нас было бы с налогом на прибыль? Налог на прибыль у нас был бы больше. Согласны? Тогда мы эти проценты должны чуть-чуть с вами, да, мы же их прибавляем к чистой прибыли, но прибавлять мы будем не всю их сумму, а сумму уменьшенную на налог на прибыль. Вот, в расчете на ПАТ, чтобы не запутаться, ну, обычно я советую, возьмите там лист А4, нарисуйте себе прям вот 3-4 показателя, две колонки сделать, были бы проценты, не было бы процентов, да, и влияние на налог на прибыль, чтобы все сошлось. Значит, мы берем чистую прибыль 213, прибавляем, то есть напад это прибыль до уплаты, до начисления, точнее, до начисления процентов к уплате. Прибавляем 59, прибавляем 259, это проценты у нас по долгосрочным, по краткосрочным, в скобки их возьму. Ну а теперь не забываем, что если не будет процентов, то налог на прибыль будет тогда меньше, прошу прощения, больше, а чистая прибыль меньше. Да? И вот чтобы нам все верно рассчитать, скорректировать, мы сумму этих процентов подуменьшим. Тоже на налоговый корректор. 1 минус ставка налога на прибыль. Так как если бы не было процентов, то налог на прибыль был бы больше. 465. И вот теперь мы вышли на такую чистую прибыль, которая у нас корректно рассчитана с учетом, да, всех требований налогового кодекса, при условии, если бы никаких процентов по кредитам компания не должна была начислять. Или кредитов не было бы. Вот это прибыль на ПАТ. Дальше идем. Затраты на обслуживание капитала. Кто помнит по теории, как мы рассчитываем затраты на обслуживание капитала? Что нам нужно сделать, чтобы выйти на сумму затрат на обслуживание нашего капитала и собственного, и заемного? ВОК умножить на капитал, абсолютно верно. Вот в среднем цена капитала немного всего-то 4%. И умножаем на весь наш капитал. Затраты на обслуживание капитала получили. Ну и теперь из этой нашей прибыли на ПАТ, из финансового результата, вычитаем затраты на обслуживание капитала и получаем чистую или экономическую добавленную стоимость. Что мы видим? Что ЕВА показатель у нас так существенно растет, да, по данной задачке. Ну, здесь условия. Условия очень, очень такие благоприятные. Можно написать вывод, что увеличение показателя добавленной стоимости ЕВА. Я думаю, по расчетам сейчас уже понятно, да, почему так показатель называется, что за добавленная стоимость. Свидетельствует о целесообразности привлечения долгосрочного кредита. Потому что если бы не брали долгосрочный кредит, не смогли бы инвестировать и не смогли бы получить такой прирост показателя, естественно, долгосрочного кредита
на развитие бизнеса. А теперь давайте по второй модели рассчитаем ЕВА через показатель доходности капитала, через ROIC. Значит, доходность капитала, кто помнит, как рассчитывается, какая формула? Что мы делаем, чтобы нам посчитать рентабельность капитала? Что на что нам нужно поделить? Берем прибыль на ПАТ, она у нас здесь выведена, есть, на ПАТ на капитал, да. Не чистую прибыль, а именно на ПАТ. Если мы возьмем чистую прибыль, то тогда ЕВА у нас по первому и по второму методу не сойдется, естественно. Но здесь мы работаем с на ПАТ, поэтому на ПАТ делим на капитал, получаем удельный вес прибыли в капитале или... Сколько копеек прибыли на ПАТ нам приносит один капитализированный в бизнес рубль. Вот такая у нас доходность всего капитала. Мы говорим, что это весь капитал вложен в бизнес. Увеличение наблюдаем. И доходность капитала мы здесь прямо-таки видим с вами, констатируем, что доходность капитала растет. А вот из-за чего она растет? Что этому способствует? Можем проанализировать. Рассчитать рентабельность продаж, ROS, и рассчитать оборачиваемость активов. Умножив одно на другое, мы с вами получим рентабельность активов или рентабельность капитала. Да, мультипликатор нам здесь применять не нужно. Почему? Потому что мы анализируем весь капитал. Мультипликатор у нас будет равен единичке. Рентабельность продаж. А вот это как раз-таки прибыль, деленная на выручку. Сколько копеек прибыли, но какой, опять же, прибыли на ПАТ содержится, да, в рубле выручки. То есть это результат нашей обычной деятельности. Эффект от нашей деятельности. Прибыль на ПАТ. Делим на выручку, а выручка у нас по 35-й строке, посмотрите, выручка всего, первый год 44823. У нас рентабельность продаж очень невысокая, 1%. Далее, когда мы начинаем продавать новую услугу, рентабельность увеличивается в два раза практически. И далее уже ничего не происходит такое в меняющего, да, структуру там, цены, затрат. Поэтому рентабельность продаж далее будет сохраняться на уровне 2%. И еще один показатель, который влияет на доходность капитала, на доходность активов, это оборачиваемость активов. Мы выручку делим на среднебалансовую величину активов. А можем взять валюту баланса, прямо-таки рассчитать. Ну, наверное, так и сделаем, чтобы вот как бы не путать вас. Да, давайте так и сделаем. Берем выручку. Так, в отчете о прибылях и убытках вот у нас выручка. И делим. То есть сколько, какое количество оборотов, сколько итераций выручка совершает. Выручку делим, выручка, прошу прощения, активы совершают, да? Сколько раз активы оборачиваются и превращаются в выручку за год. На, опять-таки нам нужно взять на начало года валюту баланса плюс на конец года, поделить на 2, поэтому в скобки еще раз. Количество оборотов, не в днях оборачиваемость, а просто в количестве оборотов. Так, ну вот у нас замедляется оборачиваемость активов во второй год, а дальше количество оборотов больше, чем в нулевой период, и динамика хорошая до конца пятого года сохраняется.
Значит, здесь можно вывод написать, что доходность, сейчас я напишу, доходность капитала, пока вывод напишу, да, а потом мы проверим. Доходность капитала нашего увеличивается из-за чего? Из-за роста. Рос рентабельности продаж, а рос у нас растет от того, что новая услуга имеет больший процент маржи в условии, об этом сказано даже, и ускорение оборачиваемости активов. А теперь давайте вот здесь посмотрим, как этот показатель работает. Если мы рост, то, что рассчитали 1%, умножим на количество оборотов, то мы как раз-таки выходим на что? На показатель ROIC, тот, который у нас выше был рассчитан. Это как доказательство того, что ROIC, в общем-то, зависит от роста и от оборачиваемости активов. Вот здесь прямая зависимость есть. Дальше идем. А ВОК у нас уже есть. Нам его, в общем-то, с вами и считать не нужно. Давайте его просто принесем сюда, ну, чтобы все наглядно было. Теперь мы посчитаем разницу между доходностью капитала ROIC и ВОК, то, что называется спредом, или доходность капитала, очищенная от стоимости капитала. То, что осталось, ну, некий дифференциал, спред, как угодно можно эти вещи называть, именовать. А теперь вот то, что осталось, такая чистая, очищенная доходность, да? Можно здесь подписать, что доходность очищенная капитала очищенная от стоимости, от его стоимости, да? И вот теперь мы эту доходность, которую получили, умножим на наш SE, на наш капитал, вложенный, инвестированный, реинвестированный, опять-таки, как угодно можно называть, вот у нас SE. И мы получаем наш же EVA абсолютно в таком же размере, как и получали по первому варианту расчета. Вот таким образом. Так, ну, в общем-то, вот все мы подсчитали с вами. Вывод мы уже написали. Если у вас какие-то вопросы есть, да, что-то уточнить, может быть, хотелось бы, что-то где-то непонятно, пожалуйста, можете писать. Я пока вернусь к презентации, расскажу вам про курс. Ну, а если вопросы от вас поступят, то я вернусь опять-таки сюда, да, и прокомментирую, отвечу на ваш вопрос. Так, курс «Анализ финансового состояния предприятия». Честно, он у нас хитом является. Вам спасибо, Максим. В общем-то, что нужно, чтобы на него прийти? Да? Нужна ли какая-то подготовка предварительная? Ну, если у вас есть эквивалентный опыт, вы экономист, финансист, там, бухгалтер, то ничего особенного. Это и не нужно, конечно же. Вот. Если вы были у нас на основах управленческого учета, на основах экономики, на основах инвест-анализа, то, в принципе, это тоже очень неплохая такая, да, основа, база для того, чтобы вот прийти на этот курс 40-часовой анализ финансового состояния. В двух словах, что мы делаем на анализе финансового состояния? Мы учимся рассчитывать все практически финансовые показатели, ну, по крайней мере, уж, ну, все, не знаю, их очень много, так вот не отважусь сказать прям все, какие существуют в мире, да. Самые основные. Учимся рассчитывать, это первый момент. Это будут формулы, презентации.
Второй момент. Мы учимся анализировать зависимости, анализировать финансовое состояние предприятия по показателям, рассчитанным на основании отчетности, комплекта бухгалтерской отчетности компании, расшифровок к этой отчетности. Берем за основу компанию такую с непростым видом деятельности, операций там достаточно много, сложно. Да, вот Марина написала подробную программу курса. Поэтому аналитические какие-то навыки курс дает. И, кроме того, базу по расчету, смыслу, знания, интерпретации финансовых показателей тоже курс дает, несомненно. Так, что еще хотела бы я вам от себя сказать? Ну, в принципе, после прохождения курса, да, если этот вопрос кому-то актуален, не всем, конечно, не обижайтесь, но если кому-то актуально, что можно было бы в резюме, да, поставить после прохождения курса, какие компетенции, чтобы ценность свою поднять на рынке, опять-таки, да, вот в глазах работодателя, более выигрышно предстать. Что можно писать? Расчет финансовых показателей деятельности, расчет, оценка, анализ, чтение отчета о финансовых результатах, чтение финансовой отчетности, понимание финансовой отчетности. На самом деле это так. Это не просто вот что для работодателя в резюме, а это можно сказать по итогам курса будет. На самом-то деле будет вам приобретено в качестве навыков и компетенций. Проведение экспресс-анализа финансового состояния, то есть если нету времени, нету, допустим, каких-то возможностей делать комплексный анализ, можно проанализировать любую отчетность предприятия быстро, что называется провести экспресс-анализ, сделать некие выводы и даже увидеть проблемы этой компании, и даже рекомендации какие-то этой компании дать. Проведение анализа уже более такого предметного по разделам, там, дебиторской задолженности, анализа кредитоспособности, анализа рыночной привлекательности, особенно акционерных обществ. Проведение факторного анализа показателей. Пофакторный анализ любого показателя – это, несомненно, очень важная вещь. И вот основу этого анализа мы изучаем, в принципе, поняв один раз, как его применять, его можно применять всю жизнь, да, и ко всем показателям, и сами поймете, насколько это полезная и важная, в общем-то, штука. Вот, ну, наверное, от себя все. Если есть вопросы, пишите, задавайте. Тогда, Марин, я вам, наверное, слово передаю, да? Что да, мне сделать? Спасибо. Отключить презентацию, нет? А меня слышно сейчас? Ну, я вас слышу, думаю, все остальные тоже. Да, спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Благодарим вас за прослушанный семинар. Спасибо, Елена Владимировна. Я от лица нашего учебного центра приглашаю вас на обучение на наш курс «Анализ финансового состояния предприятия», либо на нашу комплексную программу. У нас есть комплексная программа, которая называется «Финансовый анализ». Она включает в себя два курса. Она включает в себя анализ финансового состояния предприятия плюс дополнительный практикум. Я также в чате отправляю вам ссылку на данную комплексную программу, чтобы вы могли подробнее прочитать, да, также программу курса, прочитать, какие темы туда входят и так далее. Вот. И есть, конечно же, наши уникальные предложения нашего учебного центра. Это наши дипломные программы. Дипломные программы – это полная подготовка по профессии. Например, есть дипломная программа «Специалист по управленческому учету» и руководитель финансовой службы. Дипломные программы, они более объемные по срокам обучения, примерно полгода длительность обучения по дипломной программе, и выдается диплом о профессиональной переподготовке. Вот, все наши курсы можно пройти как очно, так и в режиме вебинар, то есть и тот вариант возможен, у нас отработан уже очень давно, мы практикуем и очное, и обучение в режиме вебинар,
Вот, если у вас возникнут какие-то вопросы, я свои контакты вам оставлю также в чате. Вы можете связаться со мной либо по телефону, либо напишите по электронной почте, да, по каким-то программам обучения, по каким-то другим вопросам по обучению. Связывайтесь, я с удовольствием помогу. По курсам также прошу обратить внимание, есть различные варианты режимов обучения, есть группы открытого формата, есть группы очно-заочного формата обучения, есть, как всегда, классический формат. Подберем максимально подходящие для вас варианты. И также хотела сообщить, что каждому слушателю нашего сегодняшнего семинара мы дарим промокод «Иду вперед», который дает вам право получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию. Вы можете заполнить форму для получения консультации, и с вами свяжется менеджер, проконсультирует вас по вашему карьерному развитию, подберет какие-то варианты, да, для достижения ваших целей, задач, которые вы ставите перед собой, ну и в целом, в общем-то, обсудить планы на обучение и карьерный рост. Вот, ссылочку на заполнение формы я вам отправляю также в чате. Прошу обратить на это внимание. Ну и, как всегда, мы рады видеть вас на наших курсах. Если какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь. Есть вопросы какие-то ко мне? Спасибо большое за внимание. Тогда у меня все. Всего доброго. Уважаемые слушатели, если у вас какие-то еще вопросы остаются, Алексей, а учитесь уже, да, у нас специалисты на курсах. Хорошо. А если какие-то вопросы организационные по программе, пожалуйста, отвечу на любой вопрос, пишите. Вот, ну, подожду чуть-чуть, да, если вопросов нет, тогда... От себя я вас всех поблагодарить хочу в участии семинара. Спасибо большое, что пришли, послушали. Особенно тем, да, кто отвечал на вопросы, помогал читать. Вот. Приятного всем вечера, продолжения вечера, удачного завершения рабочей недели. Всего вам доброго. И если вопросов нет, то потихонечку можете отключаться, а я буду здесь еще пока не отключаюсь, да, на всякий случай, если у кого-то какой-то вопрос есть. Вот, спасибо. Да, всего доброго вам тоже. Спасибо. Станислав, спред или дифференциал – это разница, если по терминологии, да? Это просто разница. Если мы из рентабельности вычтем средневзвешенную стоимость, и то у нас в процентах, вот это будет некий остаток. Дельта, спред, разница, дифференциал, ну, как угодно можно называть. Суть в том, что доходность капитала превышает его цену. И поэтому, если из доходности капитала цену вычитаем, у нас что-то остается, хоть что-то. Или чистая такая вот доходность остается. Из доходности вычли стоимость капитала. И у нас какой-то есть еще и остаток доходности при этом. И замечательно. И вот этот вот остаточек умножаем на сам капитал и получаем
экономическую добавленную стоимость ЕВА. Да, оно и есть, да, как раз-таки мы и выйдем на эту добавленную стоимость. Почему она у нас исходится? Добавленная стоимость, рассчитанная по второй модели, да, 149, и ЕВА по первой модели. Абсолютно верно, добавленная стоимость. Какой-то процент от капитала, который, так скажем, добавляется к тому, что было по результатам деятельности определенной. Прибыльный, выгодный, доходный, можно так рассуждать, да. Значит, есть полезный экономический эффект в данном случае тех инвестиций, которые мы осуществляем за счет привлечения долгого кредита. Потому что бывает и наоборот, что компания берет там кредит, не справляется с кредитной нагрузкой, увязает, да, в обязательствах, теряет бизнес. Здесь же мы видим, картина очень даже хорошая. Так, а что это вы такое написали-то? Чем отличается УИШВФ от ЕБИТ? А вот это вот УИШВФ, это что? А, чем отличается ЕБИДА от ЕБИТ, да? Подскажу, конечно, что же не подсказать. Значит, ЕБИТ, давайте сначала. ЕБИТ это что такое? Чтобы... Амортизация отличается, да, абсолютно верно. EBIT – это чистая прибыль до, я вот сейчас в чат пишу, чистая прибыль плюс проценты по кредитам, до уплаты процентов по кредитам и до налога. То есть мы обратным ходом к чистой прибыли прибавляем проценты, прибавляем налог. И вот это мы получаем показатель EBIT. А для чего он нам, смысл его? Он нам говорит о том, что мы имеем какой-то финансовый результат, финрез, очищенный от кредитной или без учета там кредитной и налоговой политики. В основном же мы эти показатели применяем для того, чтобы сравниваться с кем-то, для бренч-маркетинга, показателями других компаний, да, а у всех разная политика, и налоговая, и кредитная, и структура капитала разная, и юрисдикция налоговая разная, поэтому очищаем. Вот, а теперь, если мы хотим посчитать уже EBITDA, то здесь мы берем, опять-таки, как и в первом случае, чистую прибыль плюс проценты по кредиту, плюс налог. И плюс еще амортизация. А и здесь у нас получается финансовый результат, очищенный от кредитной, первое, второе, налоговой, а третье, какой? Амортизационный политик. Для того, чтобы сравниваться с показателями других компаний, мы эти все три политики нивелируем, убираем их влияние. Потому что у всех разные инвестиционные вложения, разные основные фонды. И и те же самые там, способы начисления амортизации могут быть разные. Вот, поэтому здесь три политики исключаем. Вот в чем различие, только лишь амортизация. Да. Да, я поняла, что она не переключилась, бог с ним. Так, ответила на ваш вопрос? Может, еще какие-то вопросы есть?
Вам спасибо. Спасибо. Всего доброго и вам тоже.